Для осуществления платежей между банками Канады и США будет использоваться технология блокчейн. Этот экспериментальный проект возглавил крупнейший банк Канады Royal Bank of Canada, сообщает Cointelegraph. Как отмечает исполнительный вице-президент RBC, по инновациям и технологиям применение технологии блокчейн поможет ускорить и упростить обработку платежей и даже снизить затраты на их обслуживание. Система разрабатывалась в течение последних 6 месяцев в Торонто. За основу было взято программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное междуотраслевым блокчейн-консорциумом Hyperledger. На сегодняшний день технология уже дублирует основной реестр RBC, что помогает банку отслеживать платежи между США и Канадой.